Здравствуйте, дорогие телезрители канала Klagemauer TV. Тема сегодняшнего дня – Goldman Sachs, банк, управляющий миром. Вот уже как 5 лет американский инвестиционный банк Goldman Sachs несет ответственность за все эксцессы и промахи в финансовых спекуляциях. Посредством очень прибыльных сделок, связанных с неплатежеспособностью американских частных бюджетов, банк смог обогатиться во время финансового кризиса. А благодаря своим связям в политике сам был застрахован от банкротства. Goldman Sachs – больше, чем просто банк. Это невидимая империя, чей капитал в 700 миллиардов евро превышает бюджет Франции в 2 раза. Это финансовая империя, которая своими дикими спекуляциями и жаждой наживы превратила мир в гигантское казино. С единственной в своем роде сетью и 30-тысячной армией банкиров – Goldman Sachs смог за последние 5 кризисных лет получить огромные прибыли, еще больше укрепить свою финансовую устойчивость, усилить свое влияние на правительство и обеспечить себе полную защиту со стороны американской и европейской юстиции. И закончу цитатой английского государственного деятеля Бенджамин Дисраэли. «Миром управляют совсем другие личности, чем мы себе представляем. И только тот, кто может заглянуть за кулисы, знает, кто это».